23:30. Ездят КАМАЗы до сих пор. Одиннадцать. Продолжают возить строительный мусор к нам на проезд. Я вас прекрасно понимаю. Дети, да, но нету какой-то наемный. Возить другой мусор. Нету здесь решет. Мы вас просим пока что по-человечески не возить сейчас. Хватит! Почему вы среди дня не возили это? Почему, когда у меня дети спать легли, вы начали это возить? Время уже 12 час ночи, это что такое, а? Это называется статья 1.1 4 закона Заградского с 9 до 9 утра, кроме работы спецтехники. Я вас прекрасно понимаю, да. Вы тоже в положение войдите, что... Какое положение не входите? Почему? Делают, опять же, для вас. Рабы... Это не для нас. Это мусор вы возите. Если бы вы щебенку нам возили, или крошку хотя бы асфальтную, я согласилась бы. Вы возите мусор. Деньги отмываете просто. Себе в карман кладете. Потому что вы сюда привозите мусор. Мусор привозите. Можно сейчас машину брошу? Сколько КАМАЗов осталось? Я сейчас встану на дороге. Я встану на дороге. Не проедут никакие КАМАЗы. Пускай давят. Будете отвечать. Трое детей будете воспитывать потом. А куда ты едешь? Ты ко мне, что ли, во двор собрался ехать? Э? Блин, женщина. Это мой участок уже. Ты видишь, что ли? Ваш участок на забор. Да. Еще 5 метров от забора. Давайте, вот здесь вот. Давайте куда-то карту откроем. Еще. Посмотрим. Угу. Сейчас я вижу, что так, я милицию вызываю, да? Я милицию вызываю. Если КАМАЗ сейчас еще раз один приедет, я встану, лягу здесь на дороге. Понятно? Ездят, шумят. Пошли. Пошли вызывать. Подожди. Стой. Подожди. Последний раз приезжаешь сюда, второй раз лягу на дороге. Понял? У меня трое детей спит дома, не могут уснуть. Понятно? Мне все равно, я предупреждаю, сюда больше не приезжай. Я снимаю на камеру и все записываю. И сразу родственникам все это по всем телефонам передается. Ездите по другой дороге. Мне все равно. Есть дорога. Ездите по другой дороге. Последний раз предупреждаю. Лягу на дороге. У меня дети дома не спят. Ну дома дети не спят. Мне завтра утром на работу. У меня трое детей маленьких. Мала, меньше. Ездите по другой дороге. Мне все равно. Улицы и уходить потом. И все, вот ты как.